Всем привет, это Трибунал, и сегодня мы поговорим о раскрасках второго уровня. Мне многие спрашивают, как сделать правильно S-уровня раскраски, именно которые уже улучшены, то есть это на следующем уровне магазина. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Я ставил 8 попыток, я думаю, что, надеюсь, все получится разные показать. Так, это у нас питомец, в принципе, у нас есть такой питомец, раскрашивается он легко. Очень даже. Здесь желтым. И... Так, нет. Не те глаза. Вот эти глаза. И они раскрашиваются белым. Да, вот S уровня. Следующий. Смотрим, что у нас. Так. Создаем продукт. Начинаем. А, вот это вот сложное. Это то, на чем все... Ну, не все, но большинство... скажем так, порятся. Значит, здесь у нас темно-синий цвет. Дальше нам нужно закинуть белую рубашку, темно-синий галстук. Так, где у нас темно-синий? Он в конце, вот здесь вот. Темно-синий галстук. После чего мы рисуем его волосы. Причем волосы у него коричневые. Вот такие или горчичные, не помню. Сейчас, возможно, не получится с первого раза, но я надеюсь, что все-таки выйдет. Что он, парнишка, у нас сложный. Здесь у нас белый цвет. Дальше мы рисуем ему еще глаза. И глаза у нас желтые. В общем, вот так вот. Есть, S уровень. Вот, ребят, проблемка была вот с этим парнишкой. Долго не получалось. Но вот теперь уже все хорошо. Так, два есть варианта. Если сейчас еще Эричка получится третьим вариантом. Нет, это не Эричка. Сейчас мы быстренько зарисуем. Будем надеяться, что Эричка нам тоже попадется. Здесь у нас белая. Здесь у нас белая. Здесь у нас желтая. И глазки белые. Раскрасили. Так. Дальше создаем опять вот этот вот парнишка. Так, здесь у нас белая, опять же белая, желтая и глазки белые. Так, нам еще Эричка нужна, чтобы полный комплект был. Давайте. Ой, нажал зря. Если нажимаешь, он почему-то куда-то начинает бежать, потом возвращаться. Это я обычно просто выхожу. Опять, ну что такое? Сколько у нас попыток осталось? Кто считал? По-моему, 3 попытки осталось для того, чтобы словить Эричку. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Желтый, белый. Есть. Ну, в принципе, если хорошо прокачана скульптура, то раскраски дают меньше. Ну, возможно, просто что раскраски у меня... О, Эричка. Значит, Эричка у нас красные волосы. Дальше у нее белая такая кофта. Не знаю, что это. Красные такие вот манжетики, я не знаю, пуговички, что это. Дальше мы беленькое личко рисуем. И беленькую улыбочку. Вот так вот выглядит у нас Эричка. Вот. Что у нас осталось? Осталось еще... Две, ну давайте еще две сделаем, может быть, еще что-то интересное попадет. Ну, по-моему, уже все варианты, опять Эричка. Все варианты, возможные уже были, которые есть на втором уровне раскрасок. Я все показал, в принципе. Еще будет отдельное видео по фото. Фото S уровня второго специально. Но фото я сделаю на твине, так как не хочу тратить попытки на себе. Ну, как бы, может, и даже на себе сделаю, не знаю. Так, и последняя раскрасочка. Раз я уже оставил. И еще раз Эричка. Видите, ну, три. Ты в конце три Эрички. В принципе, я, опять же таки, повторюсь, я всех показал. Отдельно будет еще по фото. Коротенькое видео, именно по фото второго уровня. Где ставить на S. Как лучше фоткать.
Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Если есть предложение по видео, что вы хотите снять, ну, чтобы вы хотели, чтобы я снял, опять-таки пишите в комментариях, я все читаю и, естественно, буду снимать для вас специально видео. Вот так вот. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.